Выход исторической мелодрамы «Зови меня мамой» состоялся в конце октября 2020 года, хотя съемки завершились еще 2 года назад. Сериал основан на реальных событиях и охватывает несколько десятилетий. Собираются ли создатели сериала ограничить показ одним сезоном или стоит ждать «Зови меня мамой» второй сезон? Вот что интересует многих поклонников этой картины. К сожалению, дата выхода продолжения не назначена. Сериал завершен. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.